Краси упала и рассыпалась, как пыль, как тлен. Перед путником предстала тайна книги, книги перемен. И колдуньи танцевали в серебристом лунном одеянии. Вдруг все замерло и стихло. Маргарита тихо мне шепнула: ты томишься по свободе, я тебе ее сейчас вернула. Но запомни, обретая это высшее небес сияние, никогда не возвращайся и не мысли больше о прощании. Yeah.